В прошлом году, объявленном в России годом науки и технологий, был учрежден новый праздник – День преподавателя высшей школы. Дата профессионального праздника 19 ноября выбрана не случайно. В этот день родился выдающийся русский ученый и просветитель Михаил Ломоносов, один из основоположников отечественного высшего образования. В стенах филиала Кубанского государственного университета в городе Славянске на Кубани прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню преподавателя высшей школы. Педагогов с профессиональным праздником поздравила директор филиала Ольга Леус. Я передаю слова поздравления с наступающим профессиональным праздником от нашего ректора Кубанского государственного университета Михаила Борисовича Остапова. Профессия нашей преподавателя вуза направлены очень серьезные требования. Это высокая эрудиция, интеллигентность, творческое горение, и всегда нужно соответствовать современным вызовам времени. Я желаю каждому из вас энергии и успеха во всех ваших добрых начинаниях. К праздничной дате филиал подошел с прекрасными результатами. В 2022 году была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности по программам высшего и среднего профессионального образования. Показатели в отделении СПО выполнены на 100% и не вызвали никаких замечаний. Качество условий реализации образовательных программ высшего образования оценено в среднем на 99%. За добросовестный труд и высокие показатели в образовательной среде педагогам вручили грамоты и благодарности. Благодарственные письма. Рабко Анатолий Иванович, руководитель отделения среднего профессионального образования. Сегодня в филиале Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани трудится 89 научно-педагогических работников, среди которых 6 докторов и 47 кандидатов наук. Позвольте мне от имени главы муниципального образования Славянского района Романова Семикаса, от имени депутата законодательного собрания Краснодарского края Чернявского Виктора Васильевича, совета района, хочу и сердечно поздравить. Вот впервые праздник у нас отмечается, хотя второй год уже он отмечается, но у нас впервые день преподавателей высшего учебного заведения. И, конечно же, мы гордимся тем, что у нас есть филиал Кубанского государственного университета. Если бы не было филиала, сегодня не было бы и праздника. Так у нас есть филиал, есть праздник, низкий поклон тем, что я очень рад говорил, кто принял самое активное участие в становлении нашего высшего учебного заведения. Сложно переоценить вашу роль в системе образования Славянского района, потому что именно вы находитесь на высшей ступени профессионального образования, и от вашего позыва, от ваших знаний зависит то, насколько компетентными будут наши профессиональные кадры. Я поздравляю вас с замечательным событием, с этим праздником. Хочу, чтобы в ваших семьях был мир, лад, чтобы нас окружало только повсеместное здоровье, и у всех у нас было счастье. С праздником вас! Как и сотни лет назад, высшее образование является неотъемлемой частью развития нашей страны. Преподаватели вузов находятся на передовой мировой науке, готовят профессионалов для всех отраслей экономики. День преподавателя высшей школы – это повод еще раз сказать спасибо им за такую важную и нужную работу, которую они выполняют. Готовят профессиональные кадры для своей страны. Творческую программу праздника продолжили выступления студенческих коллективов и артистов городского дома культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».